Сейчас мы снимаем, как у нас Артём будет петь песню «Сектора Газа» и «Бомж». И мы хотим вам представить его. Здравствуйте, меня зовут Ваас, и я сейчас буду петь «Сектора Газа» «Бомж». «Бомж» буду петь. Раз, два, три, поехали. Я копаюсь на помойках, как червяк. С детства жизнь моя наперекосяк. Канализационный люк моя дверь. Но я счастлив по-своему, поверь. 20 лет назад сгорел родной мой дом. Документы, деньги, все сгорело в нем. И теперь я подбираюсь 20 лет. Кому нужен старый никудышный дед? А я бычок подниму, горки дым затяну, покурю и полезу домой. Не жалейте меня, я прекрасно живу, только слушать охота порой. А я бычок подниму, горки дым затяну, люк открою, полезу домой. Ах, не жалейте меня, я прекрасно живу, только кушать охота порой. Ребята, когда пьете вы вино, мне бутылки вы оставьте заодно. Пожалейте вы несчастного бомжу, я их в сумку аккуратно положу. Отнесу я завтра их в приемный пункт, мне за них 60 копеек отдадут. Я куплю буханку хлеба и сырок, чтобы с голоду не брать инок мне ног. А я бычок подниму, горький дым затяну, покурю и полезу домой. Ах, не жалейте меня, я прекрасно живу, только кушать охота порой. А я бычок подниму, горький дым затяну, люк открою, полезу домой. Ах, не жалейте меня, я прекрасно живу, только кушать охота порой. Отпадайте, люди, мне ради Христа, не мила мне жизнь, я от нее устал. Помоги, прохожий, милый пятаком, жалься надо мной, над бедным стариком. Ах, отпусти меня, товарищ старшина, я простой советский бомж, а не шпана. Я не сделал ведь плохого никому, так за что меня дерете, не пойму. А я бычок подниму, горький дым затяну, покурю и полезу домой. Ах, не жалейте меня, я прекрасно живу, только кушать охота порой. А я бычок подниму, горький дым затяну, люк открою, полезу домой. А не жалейте меня, я прекрасно живу, только кушать охота порой. Вырубай нахуй! И вновь я появляюсь на этой камере, и я сейчас представлю тех, кто у нас снимал это все и исполнял. Исполнял он это у нас Артём Васильев, кликуха Ваас. 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 Две А. Диджеем был я, диджей Азимут. И... А оператор у нас Пупышев Владимир. И по традиции я должен исполнить свой прыжок. Поставь на паузу. На паузу. Три. Вы заебали меня, я прыгаю нахуй. Ёбаный. Вали отсюда нахуй, блядь. Я прыгаю, вы меня заебали. Да не прыгай, ёбаный. Да идите вы все нахуй. Да сам надо пошел. Прыгать, вся моя жизнь. Давай уже прыгай, ёбаный, брат. Бля. И до свидания, до следующего клипака. Может, в следующем клипаке будет мой собственный рэп. Там все серьезно, без приколов. Ну, может, я его зачитаю когда-нибудь. Без приколов? Ты что, охуел, блядь? Ладно, ладно, сделаем специально приколы перед видяхой и после видяхи. Но текст будет зашибенный. Ну, должен вам понравиться, так давайте, что... Давайте, наши зрители, я подаю вам руку. Всем пока, давай. Саш,
ставьте лайк, короче, комментируйте.